господа, еще один челлендж от московского Лехи звучит вот следующим образом. Ну, держи еще челлендж за каждого убитого тобой курьера. Банк пополняется на 500 рублей. На ком выполнять челлендж, решать тебе. Ну и чтобы не было азарта просто убивать куриц за победу, коэффициент x... А, нихуя! За победу коэффициент x2 к сумме. За поражение дели сумму на 2. Ебать прикольный челлендж. 500 рублей, давай! Ну почему мир так жесток, блядь? Суки, стоять! Сука! Сюда! Сюда! Ласки богини не хватает. Сюда! Реальная какая-то ситуация, да, происходит? Возможно, что-то типа перелива тут есть? Да! Четыре. Лечу, лечу, лечу. Давай, давай, давай. Чисто мне, да, как собаки, чтобы я... Да я промазал, блять. Да понятно, да. Просто на линии чел отсутствует, на пол мне шмотки кидает, блядь. Ну, понятно, что отношение к команде. Я еще медал соебу сейчас. Ну, Урсей, если что, фулл фри. Вы там не расслаблялись. Пятое! С вами расслабились. Видишь, надеюсь, стоит? Шесть! На эйспу, чисто на эйспу. Да. Прости, антимат, без негатива. Вот, спасибо, дорогие! Ебой! Да суки! Угу. Он здесь. Он здесь. Угу. Хорошо. 11 нахуй. Да, у нас как будто бы нужно... Он сейчас файт будет давить, забинал, да? Это нравится мне. Нравится мне с тобой на кухне и в ванной. И даже у дивана. Но мне плевать, если я заболею! Они здесь. О, они безверные. Рибина. Это просто пиздец! Шана. Летим на фуре, давай, делаем фуре. Парни, курса соло может Рошана забрать, помним, да? Курьера, курьера! Да! Сука! Не трожь! Не трожь!
Кого не трожь? Курьер! Курьер! Блять, где? Пацаны! Чисто на курьер. А зачем бы курьеру тычку не дал? Не видел упор! Сюда! Сука, на рыбалке сидим. Все-таки 22. Спасибо, руки. 22! Все-таки 22! Бля, я так хотел 23-го, не снайпанул я его. К сожалению. Амахашла! Сердце! Охуеть!